Конечно, осень — это пора замечательная. Вот я тут там работы домашние проводил, земельку вывозил, чтобы так каскадики поделать. Это кормушечки закармливал отводки. Да, кстати, основные семьи останутся на меду, а отводочки я закормил. То есть корма хватает. Это вот еще не убирал 145-е корпуса. Вот дальше продолжу делать вот такие вот каскады, чтобы удобнее было ходить на пасеке. А сейчас поубираем полоски. Я не помню, кое-где я уже убирал. Да, вот. Тут семейка. Тут я полоски уже убирал. Вот она сидит на семи рамочках. Максимум одну уберу. И все. И пойдет она в зиму. Поделаю заставную на центр. И пойдет в зиму. Пленку еще не убирал.